Прозвучало неожиданное заявление о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, такая информация недавно появилась в интернете. Новость, которую родственники актрисы опять проигнорировали, взволновала многих поклонников знаменитости. В сети они спорят о диагнозе актрисы, серьезности ее болезни и ругают семью звезды сериала «Моя прекрасная няня». Пока некоторые гадали, есть ли у нее рак мозга на самом деле, один из пользователей вышел из себя и заявил, что такого диагноза не существует. Не существует такого диагноза, как рак мозга, недоучки. Есть опухоль мозга, ведет себя она как рак, но раком не называется, эмоционально высказался комментатор. О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в конце лета 2019 год. С тех пор новости о ее здоровье появляются редко, а семья так и не сделала официального заявления. Именно поэтому многие пользователи сомневаются, что актриса действительно болеет. По мнению некоторых комментаторов, Заворотнюк разыгрывает болезнь, чтобы заработать и выплатить долги. А Заворотнюк кто видел больной? Никто, значит, она и не больна вовсе. А нужна ей история, чтобы собрать деньги на выплату своих долгов, прокомментировали информацию пользователи.